Поехали. Улица Балтахинова. Рядом с центральным рынком. Всем приветик. Самая одна из центровых улиц нашего города Улан-Удэ. 360 градусов видео. Можете крутить, вертеть, как пожелаете. Лево, вправо, мышкой можете. Зажимаете левую кнопку мышки, крутите. Качество ставьте повыше. Колесико мышки можете приближать, отдалять. А на телефоне для прокрутки два пальчика используем. Или же сам телефон наклонять можно. Также на компе кнопки W, A, S, D, игровые для прокрутки изображения. Как будто бы вы компьютерную игру играете. А по Трубачёву поедем? Сейчас сюда. Куда? Ну вот тут и везде. Ну короче, тут рядом все. Вот развязки слева проехали. Съезд с развязки. Где церковь? Ноябрь, 4 число сегодня. Ну, довольно-таки тепло. Сегодня, кстати, с утра минус 13 было. А днем я смотрел до плюс 4 максимум. Ну, вот, видимо, сейчас оно так и есть. До Дигитерского собора? Или? Ну тут да, где-то. На набережной. В общем, едем в район набережной. Глубокая осень в городе. Сейчас вон там остановимся, сюда пройдем. А там вот на остров они все подкидали. Мусор вон там вот валяется. Ну да не. Сколько миллионов стоит вот этот забор? Не тот снесли. Тут надо асфальт новый класть. Да асфальт-то это. Ну, друзья, товарищи, река Уда слева. Справа дорога, церква тут где-то неподалеку, Адигитрийский собор, одно из самых старых каменных зданий в Улан-Удэ, в 18 веке, я не помню, 760 какой-то год, не буду брать. Ну, выходной, люди на природу. А куда поехали? Не знаю. Ну, спуск к городскому пляжу. Это, кстати, тут официальный пляж. А? Пляж-то официальный же здесь. Да, официальный был раньше. Здесь кустов не было, ничего не было. Здесь скамейки были. Всякая фигня. Народ сюда приезжал.
здесь вот фонари побили все. Ну, надо их было их из более крепких материалов делать. Все побили. Фонарики бедненькие. А мне сюда отойди. Вот тут на этих штучках вон столбики, такие шарики были. Вон там он есть. А, железные шарики? Но? Я помню их. А их нету здесь шариков-то. Где ты помнишь? Я помню, детстве помню. Вот он, шарик один. Остальные все сбили. Зачем сбили эти шарики? Ну он же такой гладкий. Металлический. Вот здесь есть три. Не сбили. Вот они лишь. Да, нахер сломали. Забор был. И этот забор я вообще. Вот лесенка, перила, все. А? Лестница, перила, все нормально. Вообще. Куда-то практически. Вода практически встала. Вот там, где мы были, там встал, там перехватил. Кто-то гудит. Самолет. Все ровно были поставлены. Они были уже открыты, они их сюда привозили, ставили, варили. А это прямо на месте отливали. Забор? Ну, вот этот. Ну. Тот-то, я помню, гладенький такой был. Ну да, вот, да, я тебе про что и говорю. Вот они его сломали, вот он здесь был. А здесь раньше рыбоохрана была или что ли? Справа. Тут же прокат лодок был, насколько я помню. Где-то. Лодки на той стороне вот были, вон там он. Сейчас там какие-то дома, я туда подъехал. Uh-huh. И там типа забор, и все, не подойдешь, не подъедешь. Не знаю, что. Катамараны. На катамаранах, помню, катались тут. Да, были катамараны. Да, катамараны были. Мы лодки брали, ездили, катались.
Вот здесь, видишь, рыбачат они. Кого ловят, интересно. Да. Вон там машин много. А здесь стадион был. Ну и сейчас какой-то есть. Ну вон там лед кругом, ну да. Вон те протоки, все уже лед. У меня за 10 ноября 2020 года есть кино. Там уда вся белая-белая во льду. А 16 ноября 20-го Селенгу мы снимали. Там как раз ледоход шел, шуга. А мы где-то плюс-минус на 7 ноября все вставали реки. Ну да, да, а Селенга, мы, да? Селенга тоже. Во второй половине же мы в Ашурково ездили, тогда снимали, когда этот был. Да. В год, когда болячка была. А здесь кто-то это делает? Знаю, что. Копают? Нет, это. Эти. Ну, металлоконструкции уже, сейчас арматуру вяжут, все. Не знаю, что куда. Интересно. Ты поглядывай наверх. Здесь нет. Угу. Так. Это вот стадион построили, я не знаю, что здесь нету. Но построили. Это кто-то сказали, а потом они сюда. Ну что и там есть, я не знаю. По фонари все выпили. Ну, что сделаешь? Натура такая. Защита Улан-Удэ от затопления паводками и водами реки Селенги и Уды, республика. Этап первый. То есть, вот они это вот это готовят. Эти. Ну, защитная насыпь или как? Ну, они будут, короче, бетон сюда вбухивать, осваивать. Вот они конструкции уже навязали. А забор зачем этот железный? А забор-то зачем это? Ну он был здесь, это видимо старый стоит. А? Ну видишь, ходят здесь, рыбачат они. Самолеты гудят впереди. А? Самолеты жужжат впереди. Вон там, вот здесь, а вот это, из лука они стреляли вот тут, раньше все время. Вот здесь. Их много было. Народа. Ну это так, маленькое штукатурили, обмазали и звездки. Ну это старый забор. А здесь туда, не, он там идет. А здесь заторило.
Ну вот они здесь, видишь, бетон. А вот, однако, вот это новые плиты. Вот они, новое дело. Вот новодел. Раньше плиты были, привозили, они их вместе с тобой связывали. А это вот новые. Угу. Я старые плиты помню, там на них крюки. А? Ну, петли были для крюков на них. Да, да, да. А здесь нету. А? Сейчас они просто литы. На месте? На месте, да. Прям как взлет на посадочную полосу. А все, а что туда идти? Ага. Вот такая прогулка, друзья, по набережной реки Улан-Удэ в центре города. Так. На реке сидят, не знаю, он там где-то ходит, вообще далеко. Это вот бычий, вон он. Вот отсюда его видно, вот здесь угол стоит. На ее так, вниз, ну, вот, самую ближнюю, как к спине. А? Ну, самую ближнюю к спине, она приоткрыта. Туда пропить, так и все. Спасибо всем, кто смотрел. Пока. Подписываемся на канал.